Наша школа работает по апробации учебника уже третий год. Мы работаем по учебнику 2, 3 и 4 класса. Авторский коллектив под руководством Кузовлева Владимира Петровича. Учебник нам нравится. В этом году мы завершили апробацию 4 класса. Хочется отметить положительные стороны данного учебно-методического комплекта. Это прежде всего то, что он актуален, отвечает современным требованиям программы, соответствует времени. Также он полностью соответствует основным нормативным документам. Кроме того, он соответствует и педагогическому назначению, и возрастным особенностям учащихся. Кроме того, учебные достижения учащихся при обучении по данному учебнику и учебно-методическому комплекту в целом лучше обычно достигаемых результатов. Это показали работы, которые мы проводили. Учащиеся лучше читают, говорят, также понимают английскую речь. Также это может быть объяснено и тем, что данный учебно-методический комплект существует в взаимосвязи учебника, рабочей тетради, книги для учителя, книги для чтения и качественные аудиозаписи, что помогает полноценно работать с данными пособиями учащимся и дома, и в классе, и совместно с учителем, и индивидуально. Также УМК способствует успешной самореализации учителя как творческого человека. В книге для учителя есть все необходимые материалы. Хочется, конечно, отметить, что хотя и существует постоянная взаимосвязь УМК, но вот сегодня на семинаре мы это видели, Владимир Петрович нам говорил, нам не хватает пока компьютерного сопровождения, материал для интерактивной доски, видеокурса. Надеемся на дальнейшее дополнение наших вот хороших учебных пособий и на дальнейшее сотрудничество. Родители, ученики и учителя и от своего имени и коллеги благодарят авторский коллектив и надеемся на дальнейшее сотрудничество.